los aplausos. En las gradas de este Coliseum Alfonso Pérez aparecen ya los protagonistas sobre el terreno de juego. Enseguida estamos con los 11 con la cabeza. Fuera de juego. El Mialle se perfila. Combinan de Ulufeu y Messi. Pelota la frontal de la camisa número 10 del FC Barcelona. Iniesta. Centro de Iniesta. Un tití. Atrapa Vicente Guaita. Estaba solo. Se пропускает. Дамиан навешивает, Берга разбрасывает мяч и мгновенно принимая решение, Гаку Сибасаки, бывший футболист Тенерифе, вколачивает мяч в сетку ворот. В своем четвертом поединке в премьере открывает счет забитым голам японский нападающий. Идеальный просто удар у него получается. Здесь уже Торштеген ничего поделать не сумел. Итак, 39-е до ворот. Пробивает Месси. Хороший удар получается у Месси, но великолепно действует и Гуаита. Голкипер, который, как мы видим, в очень хорошей форме на старте этого сезона. Сложнейший мяч он вытаскивает, к тому же после сейва Гуаита мяч, кажется, перекладину еще задевает. Да, не успел дальше ничего сделать. Ну а Месси теперь уходит от подката в центре поля. Дает передачу Делафеу. Делафеу набрасывает мяч на Дениса Суареса. Скидка Месси. Месси не сумел. В стартовом составе он выходил в первом туре в Бильбао. Антуниш пробивает издали со штрафного. Мяч летит выше. Пристроить его никуда не удалось. И Навасен пока что не играл в этом чемпионате. Даже в заявку ни разу не попадал. Удар поворотом на месте Гуаита. Диай. Ромбари забегает, Нундиай выполняет сам передачу в штрафную на... Кристоф Хитафи является браком. Ну, в общем, Хитафи там и не собирается соревноваться с Барселоной по количеству точных передач, по контролю мяча. Наоборот, вот этот высоченный брак, он как раз и связан с желанием Хитафи играть как можно проще и как можно быстрее. Бускетс. Убирает он мяч под себя, затем отдает передачу на фланг. Делафеу. Нет, вот по-прежнему Делафеу не удается Антунишу переиграть, но Сержи помогает, отбирает мяч. Денис Суарес, удар поворотом, 1-1. Забивает Барселона, 62-я минута, Барселона сравнивает такие счеты. Суарес отдал хорошую передачу под удар. Вот повтор этого момента. Три игрока Хитафи свое внимание на Серджио Роберто переключили. А вот Серджио Роберто успевает оценить ситуацию. Он не просто прострелил во вратарскую на Луиса Суареса, он отдал назад. Пробивает Паулини. Пожалуйста, 84-я минута. Паулини выше некий запасных. Так Месси замечает он это движение Паулиньо, и Паулиньо проскочил такие.